Так, друзья, у нас тут дома выселяют. Решили пойти посмотреть, что люди побросали. О. Ты что там? Телевизоры много? Да, вот раз, два, три. Три телека. Там какой-то завал вещей тоже. Бутылки, стеклотара. Блин, обычно, короче, когда дома выселяют, так много. Может, сюда кто-то что-то стаскивал, какой-нибудь бомж местный, нет? Типа со всех квартир стащил вещичек. А, это да, это. Как его? Майдадыр. Опа. О, вообще куча хлама. Окно вынесено. О, можно посмотреть, что над шкафом. Апельсин сушеный над шкафом. Кафу тоже бутылки, где ковер? А, о, что-то с оленями? Нет, с тиграми. С тиграми, ну тоже хорошо. Ой, Лёх, ты лопату спрашивал, вон да. Ты. Забирай, пожалуйста, вообще. И Новый Завет. Лопаты, Новый Завет. Все, а что еще тебе надо, да? Копай и читай. Копай и проповедуй. Да. Да, с тиграми полки. Блин, тут... Вообще, конечно, тут типа ковыряться надо, но знаешь, как-то не очень хочется. Потому что перчаток, поэтому, да. Я и без перчаток. Вот это что за радиола, я не понимаю. Да, кстати, патефон какой-то. Это, ух ты, блядь. Блин, он был, блин, он был красивый когда-то вообще. Ну, кстати, можно, по идее, можно реставрировать кому-нибудь. Да, тут пластинки стояли. Ну, наверное, под реставрацию, да, можно там ребятам предложить отдать. Тут тоже мебель. Абажур. Абажур тоже, смотрите, какой. Потешный. Что, забираешь радиолу, нет? Вот еще какая-то радиола, мне кажется. Эта кровать тоже резная, видимо, была. Телевизор. Нет, телевизор, еще один. Четвертый. Там еще на улице, друзья. Два телека. Тут какой-то радиомастер. Телефонат. Тут жил.